В Real Club встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майо Абшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест — психиатрическую лечебницу Mountain Massive, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Mount Massive невозможно. Так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Пам-пам-пам-пам. Так, вот мы едем на машинке. Почему? Я не понимаю. Если мы едем в психиатрическую лечебницу, почему нужно ехать туда обязательно ночью? 107,9. Это у нас что? В России-то это у нас какая? Какое радио? А, не Динамит FM точно. Какая-нибудь Европа Плюс. Хотя, наверное, в разных городах свои частоты, правильно? Так что нам это ни о чем не говорит. Парам-пам-пам. Ребят, если кто-нибудь смотрит эту вакханалию, напишите, пожалуйста, что-нибудь в чате, а то мне страшно. Я на самом деле, читая форумы, пришел к выводу, что Outlast — это самая страшная игра за последние... я не знаю, за последний год точно. И я уже, на самом деле, сомневаюсь, стоит ли мне начинать в нее играть. Совет, незаконченная деятельность. А если написать в это, по этому адресу, что будет? Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник, постараюсь или не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации. Так, я так понимаю, мы репортер, да? Раз мы репортер, то мы должны об этом людям и рассказать. Блин, а батарейки у нас будут заканчиваться, да? Черт, а я ведь даже управление не посмотрел, на что мне батарейки заряжать, ребят. Отлично, камера у нас есть, камера, здорово. HD. Профессиональная камера, репортерская. Точнее, не, какая нахрен профессиональная. А, кстати, машина замечательная, джип. Обожаю такие вещи. Так, список задач обновлен. Нажмите Tab. А, заметки. Нет, у нас заметок, мы еще ничего не заметили. Документы. А, это вот эта вот хрень, да? Понятно. N и заметки. Йоу. Джип. Почему не написано, какой? Вроде как Wrangler второй. Удерживать камеру. А, просто один раз нажал, и вот мы включили камеру, да? Обана. Mountain Massive Asylum. Больничка. А. Так, я хочу сказать пару слов. Нет. Так, вот, медленно закрыто, да? Блин. А другую? Тоже закрыто. Ничего там интересного не могу посмотреть. Так, окей, и как же мне попасть внутрь? Чтоб пригнуться. Ага. Блин, а что за тварь сломала эту решетку? Я, если честно, боюсь, кто проломил эту решетку так. Ну давай, открывай, что ж ты. Ой-ой-ой, блин, я бы, мне кажется, слишком громко постучался. Ладно, побежали. Вот здесь, кажется, строители задумали отреставрировать стенку. И, пожалуй, мы этим делом воспользуемся. Блин, так скрипят эти лаги. Ну, лаги, в смысле, на полу, которые лаги, они. Лаги в компе. Опа-на, забирай, забирайся! Ё-моё! Ночной. Твою же мать, не топай аккуратно. Блин, пожалуйста, выпустите меня. Блин, можно я больше не буду играть в эту игру? Можно. Удерживай. Тихо. Так, ребят, тут... А я тут могу что-нибудь обыскать, нет? Что у нас там?
хрена вроде нету полезного. Фух. Блин, какой страшный дядька на потолке. Блин, а я тут топаю, как слон. Меня же сейчас... А, сука, тупой телевизор. Тупой телевизор. Левая кнопка, аккуратненько открываем. Аккуратненько. Аккуратненько идем, идем, идем. Так, мы тут протиснемся. В направлении щели. Ой, блин. Фух. А-216. Что мы вообще ищем? Я бы хотя бы знать. Батарейка. Отлично. Так, сменить батарейки. Ага, вон она. 3 из 10 батареек у меня, и она разряжается. Так, музыка. Блин, что-то ветка по окну. Долбит, я... Я зря начал эту игру играть. Блин, здесь кого-то убили. На выдохе. На выдохе. Открывать гораздо проще. Телефон. Так, папочки с документами. Хотя бы почитать. Хотя бы когда читаешь, не так страшно. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова. Блин, что за непонятные слова? Крайне высокая степень беспокойства. Уф. Ладно, ребят. Пойдемте изучать дальше эту хренотень. Кровавые следы. Кровавые следы. У меня даже... Ё-моё, я... Я понял, занято я. Я... Что? Что, мать? Я не хочу играть в эту игру. Дайте мне кока-колу попить, пожалуйста. Там же кого-то сожрали. Там же сожрали нахрен человека. Ладно, полезли. Мать вашу! Быстрее, 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 пожалуйста, ползи куда-нибудь, выползи. Ёп! Уф, это всего лишь псих, это всего лишь псих. Я, мне кажется, слишком шумный. Я слишком шумный. Так. Так, тут у нас что, закрыто, да, забаррикадировано. Ребят, меня вообще еще хоть кто-нибудь смотрит? Или я один совершенно в этом безумном мире? А, удерживайте, чтобы открыть. Сука, сука, сука. Ну какого здесь происходит? Он без башки. Твою же за ногу. Здесь нахрен одни трупы. Одни чертовы трупы, ну нахрена я сюда пришел? Дом уже горячий чай меня ждет. Сука! Ёпта, ёпта! Не трогай меня. Черт. Ты должен прятаться. Блин, столько, столько. Блин, столько, тут одни головы. Тут одни головы. Мать, здесь одни. Одни, людские головы. Что это такое было? Куда? Куда? Куда мне бить? Ё-о-о. Опять темный коридор. Открывай, давай, дверь. Блин. Ни хрена себе, у кого-то тут месячные не вовремя начались. Уф, разбитое. Так, взять мы тут ничего не можем, да? Так, ночное видение, ага, включено. Там ни хрена. Блин, а куда же мы в итоге-то нам нужно идти? Я туда не пойду, там дядька был. А здесь... Блин, а здесь все забаррикадировано. А, вот. Коридорчик. Сука! Пошел! Отпусти меня! Твою
мать, что это было? Что это было такое? Не трогай меня, мать твою. Уродец. Уродец. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Какой нафиг апостол? Апостол какой-то послал. Блин, вставай, вставай, дядька. Я даже забыл, как меня зовут, если честно, в этой игре. Ребята, если кто в курсе, напишите. Цель лечебницы, выберите из лечебницы. Ха-ха, офигеть, только пришел новая цель выбраться. Охренеть, я как бы мог бы это сказать еще и до того, как мы сюда вошли. Я внутри, повсюду трупы, кровь, ожоги, с потолка свисают мертвые ученые. А голову в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бэджу, все исследователи сковать дело мерков. Жаль, я его не слышал, пока еще он мог выйти тем же путем, по которому пришел. Жаль, жаль. Да, именно так. Текущие цели, какие нахрен? Как мне цели открыть? Черт, 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 везде одни трупы. Блин, парень без башки, они здесь все без башки. Proclaim the gospel, блин, ну что, не по-русски все написано. Блин, что здесь? Зарядка, 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 вижу. О, батарейка. Ладно, пока рано заряжать. Заряжу ее, пожалуй, в самом конце. В самом конце заряжу. Спокуха, спокуха. Так. Компьютеры. Их всех убили, они даже не успели выключить компьютеры. Дядька, что тут? Что мы тут имеем? Пульт охраны, это пульт охраны. Я, кажется, смогу здесь. А, на какую кнопку-то? Короче, я не знаю, что у них тут затерки. Блин, надеюсь, тут мужик меня за руку не хапнет. Блин, а где? Это же пульт охраны или это секретутский пульт? Майлз Аушур, главный герой. Блин, как же тебе, Майлз, как мне тебе жалко. О, блин, закрыто. Так, ладно. Во-во-во, я вижу открытую дверь. Открытая дверь. Закрыть. Блин, нахрен за... А если мне надо будет убегать? Ё-моё, открой дверь. А если ко мне сюда кто-нибудь придет через эту дверь, что делать-то? Блин, я прям слышу, как я хлюпаю ботинками по луже крови. Чё здесь, чё можно здесь найти? Ё-моё. Батареечку бы какую-нибудь скоммуниздить. У этих трупов. Так, ни хрена нету, да? Никакой батареечки. Там что-то светится? Нет, это свет от системника. Ага, новый документ. Так, давайте подзарядим нашу камеру. Все, зарядил, отлично. Так, и почитаем новый документ. Отчет от состояния пациента. А, он из Афганистана. Это тот большой дядька, что ли, который нас выкинул в окно? Ёлки-палки. Он еще из Афганистана. Так, тут мы ничего. А, чтобы заглянуть. Ой, блин, не нравится мне это. Ой-ой. 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 Что-то он... Какой-то нехороший дядька. Выход. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. На кортах аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Блин, закрыто. Черт, 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 черт. Даже мне. Ага. Я не разбужу, да? Спасибо за совет. Хорошо. Они под гипнозом. Отлично. Я бы сейчас бы плутал бы еще полчаса. О-о-о. Это что, дверь? Нет, это стенка. Ёлки-палки, какой же ты укуренный дядя. Фух. О-о-о. Какое интересное кинцо-то, ребят. Черт, 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 они упоротые в хлам.
Охренеть, ты страшный какой! Запись журнала, хоть почитать, хоть как запись? Овощи, сдохший телевизор, овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты, они пережили, что здесь произошло, но похоже на чердаке у них совсем пусто. Мне кажется, у меня скоро на чердаке будет совсем пусто. А, когда ночное видение, батарея разряжается. Окей, понял. Не буду разряжать лишний раз батарею. Ой-ой-ой, что-то мне этот звук не нравится. Так, тихо-тихо. Да открывай ты, ёлки-палки. Блин, ребят, зря я начал эту игру играть. Зря я начал в нее играть. Я ведь постарею раньше. От страха чем. Карта доступа. Ух. Все, взяли. Взяли, уходим. Собранные предметы. Карта доступа, отлично. Я надеюсь, я... Ой, это тут типок. Так, а мы сюда не пройдем? Хорошо, ладно, не надо. Идем назад. Идем назад через всех этих... Через всех этих тварей. Блин, жалко, что меня почти никто не смотрит. Блин, мне ведь нужна ваша поддержка, ребята. Ой-ой-ой. Главное не оборачиваться, главное не оборачиваться. Ух. Не смог. Падла! Падла! Отвали! Сука! Сука, сука, сука! Мыши! Крути! Крути, пухови! Дарь ему! Беги! Сука, твою мать! Сказали же, что он не встанет! Какого хуя тварь встала? Давай, беги! Закрой дверь! Закрой эту дверь! Сука, карта доступа! Куда мне ее воткнуть? Карта доступа, блин, какой пульт, куда? Вот. Фух. Выход. Давай, открывай. Сломай что-нибудь. Сука, куда? Я, по-моему, ребята, здесь уже был. О-о-о. Так, что тут? Рация? Возьми рацию. Ух. Так, ладно, я вроде маленько успокоился. А, вон, я вижу, вниз, проход. Отключи ты. Так, ладно. Блин, там как будто в темноте кто-то есть, мне кажется. Что я здесь делаю? Это подвал. Это долбанный подвал. Чем я в подвал? В комнату охраны. Блин, а где комната охраны? Чтобы обернуться на... Чего? А! Как? Сука! Я в туалете лучше. Запрусь. Все, ребят, нет меня. Мать! Вообще не вариант. Какой нахер обернуться на бегу? Зачем мне оборачиваться? На бегу. Блять. Столько трупов. Это что, это комната охраны, я надеюсь? Нажмите БТР. Кто-то закрыл дверь. Выпустите меня отсюда. Как-то... Тихо. Бежим. Хоба, обернулись. Ух, никого нету. Во. Комната охраны. Давай. Открывай! Закрывай! Закрой, чтобы никто не вошел. Трупы. На ящик. Что там он? Ни хрена себе. Это так вот можно, да? Блин. Чтобы спрятаться. Так, ладно, комната охраны. Давай, пульт какой-нибудь. Где? Как? Как же? О, клавиатура. Родимая клавиатура. Что там на камерах у нас? Черт, эта музыка меня пугает.
Access Security System, давай, грузись, только не дисконнект. Ёб твой, кто? Кто? Это дядька. Чего? Чего? Идет сохранение. Перезапустить в подвале? Да вы че? Че? Что ли? Какой нахрен подвал? Ой. Там какой-то дядька идет. Нет, понимаете. Черт! Надеюсь, меня здесь не достанет. Панна, эта тварюка. Блин, он что-то говорит, он что-то говорит. Балет. Блин, отсюда тварь. Чего он встал-то?